Бывшего министра труда и 6 директоров центров соцобслуживания Дагестана обвинили в хищении 620 миллионов рублей. По версии следствия, с 2017 по сентябрь 2018 года экс-министр Расул Ибрагимов организовал преступное сообщество с сотрудниками Минтруда региона. Злоумышленники занимались хищениями денежных средств из бюджета, которые предназначались на соцобслуживание пожилых граждан и инвалидов. Деньги проводили через фиктивно оформленных сотрудников, завышая премии. Им предъявлены обвинения в участии в преступном сообществе и мошенничестве в особо крупном размере.